Мой прадед Рыженко Иван Сергеевич очень хотел попасть на фронт, когда началась война. И вот в 1944 году его призвали в армию. Затем отправили в город Брест в артиллерийский полк. Мой прадед дошел до Берлина. За это его наградили медалями. За взятие Берлина, за победу над Германией, за боевые заслуги, а также орденом Отечественной войны второй степени. Я горжусь моим прадедушкой Рыженко Иваном Сергеевичем.